Здравствуйте, друзья. Зовут меня Елена. Проживаю я на севере Московской области. Ну, слабонервно прошу не смотреть. Вот что, пока меня тут не было, пока с этими похоронами все кругом заросло. Но по этой стороне более-менее. Так, вот, наконец-то зацвел хорошо и появились помидорки. Это лапочка. Посмотрите, какие на ней кисти. Так, и просили показать. Вот это израстание кисти. Вот из кисти идет пасынок. Их надо обязательно удалять. Иначе он забирает. Вот здесь то же самое. Цветонос. И дальше опять пошла кисть. Ну, лапочку я ничего с ней не делаю. Нижние листья я у нее обрывала. Но сейчас посмотрю, там внизу смотрю желтые. Так, ну эти мои красавцы. Начал буреть. Один. Ну и точно так же, как в прошлом году. Почему-то сначала краснеют, буреют, спеют, как сказать, в середине куста, а потом уже начинают внизу. С чем это связано, непонятно. Ну, помидоры на нем, конечно, крупные. Ну, я уже и взвешивала, видели, показывала. Какие поросята наросли опять. Ну, для того, чтобы они быстрее краснели, их, конечно, не надо поливать. Или делать, как делает там одна мадам. Оставляет по одному помидору на кусте, на кисти. Но я считаю, что это совершенно ни к чему. Вот и на вот эти тоже, вон они, видите, какие. Трогать боюсь, потому что кисти так и не подвязала. Так. Ну, кто это у меня, я не знаю. Потому что у меня же, те, кто меня смотрели, знают, что у меня персик занимался пересадкой. Видите, какие красивые. Можно будет потом определить по... Ну, вот это план номер 9 из открытого космоса. Эти вроде нижние более-менее. А верхние опять тоже вон какие закорюченные. Так, еще просили показать. Ну, в принципе, здесь помидоры везде появились. А то здесь у меня с этой стороны почти не было помидор. Вот сколько позасыхало завязей. Это черный ананас. Он тоже уже какой, какая помидорина висит. Так, сейчас я дойду. Да. Этих. Ну, сердце Ашхабада. Ой, кто-то не пойму, что такое. Кто-то жрет листья. Посмотрите, все в дырочку. Паутинный клещ, скорее всего, надо обрабатывать. Ну, и тоже не хотят ни желтеть, ничего. Надо, наверное, попробовать их не поливать. Ну, вот эти пока будут здесь лежать, висеть. Эти, конечно, наливаться не будут. Но меня уже обозвали опять неучем. Что если помидоры обрезать с них листья, они не будут укрупняться. Ну вот, смотрите, насколько укрупнился. 4 дня или 5 назад я показывала, насколько укрупнился этот 2-килограммовый тот, который один висит. Эти тоже, ну их 6. Тоже вон они какие. Все они вот растут. Так, огурцы тоже вон, смотрите, наросли сколько. Позавчера их обрывали. Сейчас надо оборвать. Так, ну а китайцев почему-то нет.
а китайцы почему-то не растут. А нет, вот тут один. Ой, сейчас. Вот один вырос, смотрите-ка. Но его я тоже сейчас оборву. Так, здесь зависть отсохла. Какая-то вон тут букашка еще. Вот они уже доросли до потолка здесь. Так, лук мой тоже на семена цветет. Вовсю надо его тоже отсюда убрать. Ну, вот этот сердце Ашхабада, я вам говорила, что я его завершковала. Ну, не знаю. Просто кусты у них тонкие, звонкие, прозрачные, поэтому этот растет еще. Здесь на листьях не, сейчас надо оторвать его, посмотреть. Так. Ну, здесь как вроде бы все. Сейчас я еще выйду на улицу. Ой! Проходы, конечно, надо делать шире. А вчера еще я слышала на каком-то канале, а я ночью пока не сплю, там что-то идет. Если меня заинтересует, я смотрю. Обрезают еще и у огурцов листья все. Вот это я слышу первый раз. Ну, вот на улице. Вот они, видите, уже начинают. Сейчас я у них листья только обрежу полностью. Оставлю только вот здесь наверху самую макушку. Так, сейчас я дойду туда. Ну, на улице тоже помидоры начали появляться. Но их совсем мало. Ну вот, начали подрастать мои баклажаны, наконец-то. Свекла. Сейчас, если вон там уже видно, что она завязывается. Это гномы. Но их я еще тоже не трогала. Ой, не знаю я. Это просто ужас. Ну, и в том году я вообще не подходила ни к помидорам, ни к чему. Ну, вот здесь вот помидорки, вижу, есть. Это куст у меня разломился пополам. Так, и вот здесь сейчас я покажу. Махровый цветок. Вот видите, какой сейчас. Вот видите, какой он. Огромный, как подсолнух. Вот рядом цветочек. И вот этот. Вот это махровые цветы. Их нужно обязательно удалять. И вот второй будет точно такой же. У них и сами вот эти плодоножки тоже толще, чем у обычных цветочков. Все кругом опять заросло. Сейчас придет, будет косить. Здесь тоже помидорки появились. Вот вижу только на одном. Так, зацвел. Это у меня пасынок от 2-килограммового. Вот он тоже зацвел. Вон уже он, крапива кругом. Виноград надо как-то связать. Эти ветки боковые. Падает, душит. Но огурцы на улице у нас только начали этого... Один единственный патиссон вырос. Вот они только начали. И то, видите, где-то есть, где-то вообще нету. Но сюда можно посеять, они еще успеют вырасти. Вот видите, только-только начались. Ну, а это я тоже вон сажала сюда лапочку. Они же у меня все сидели в куче. На солнце, как всегда, ничего не видно. Сейчас придет, пусть он траву повыдергивает. Все равно ничего не дает. Толку никакого нет от этого укрывного. Все равно вся трава под ним поднимается. Где-то взошли по 2, по 3 в лунке. Где-то вообще ни один не взошел.
хотя сажали мы их 2 раза. Вот уже для насетки для огурцов в юные плетутся. Так, ну сейчас я еще вам покажу, очень длинное видео, но здесь баклажаны тоже начали уже подрастать, а то все у меня стояло. Ну, начинает вот у нас спеть малинка. Вот она, видите, сколько ее здесь. И начинает спеть вишня. Вот уже. А, ну еще для особо внимательных зрителей, которые смотрят от начала и до конца, чеснок я выкопала только в клубнике. Этот чеснок у меня стоит, ждет, пока вот эти стрелки выпрямятся. Если, конечно, пойдут дожди, то, конечно, я его выкопаю раньше. Вот вишня уже какая. Так. Ой. Что тут с нашим крыжовником? Крыжовник тоже. У меня их, правда, 2 куста. Оба они маленькие. В прошлом году я их сажала. Но один должен быть красный, другой желтый. Малина. Здесь она мелкая, потому что другой сорт. Но малина вот тут здесь уже наспела достаточно много. Ну и воды, естественно, что поливать здесь ее никто не поливает. И обрабатывать в том году никто ее не обрабатывал. Так что вот так. Ну, на это. Пересадили наконец-то арбузы, но уже люди арбузы собирают, а у нас мы только пересадили. Но вот эти надо формировать, уже у них листьев много. Черная смородина вон тоже начинает поспевать. Смотрите, сколько ее. Не крупная она. Такая. Ничего не видно, что снимаю тут. Ну, птиприца-то здесь, он тоже помидоры. Вон, смотрите. Все развалилось, все лежит. Подвяза сейчас придет, подвяжет. Я всегда прихожу раньше, он позже. Ну вот, еще есть клубничка. Это кусты сажались в октябре месяце. Не кусты, а усы. Вот такая на них клубничка. Ну, усы здесь все сорта разные, конечно. Потому что собиралась, как я обрезала, а муж сажал. Здесь тоже, видите, лежат помидорки на земле. Ой, дел полно, а делать некому. Вот. Такая. Все, всем спасибо за внимание. А еще хотела показать. Георгин у меня распускается внутри. Вон, видите, 2 цветочка. Все. Всем спасибо за внимание. С вами была Елена. Московская область.